Всем огромный привет! Сегодня поделюсь простым и вкусным рецептом соуса для шашлыка из томатной пасты и кинзы. Для приготовления понадобятся вот такие продукты: томатная паста, соль, перец, вода и, конечно же, молодой чесночок и зелень кинзы. Если не любите кинзу, то зелень можно взять любую. Нарезаем мелко зелень и отправляем в тарелочку. Чесночок, количество берем по вкусу, тоже мелко нарезаем и отправляем к зелени. Далее сюда добавляем томатную пасту. У меня томатная паста густая. Я беру 2 чайные ложки с большой горкой. Добавляю соль по вкусу, черный перчик по вкусу. И постепенно начинаю подливать водичку. Сколько уйдет воды, это нужно смотреть индивидуально. Нужно развести данную смесь до желаемой консистенции, чтобы было не густо и не жидко. У меня паста густая, иранская, поэтому на 2 чайные ложки с горкой ушло почти 200 мл воды. Вот такой густой, вкусный, очень ароматный соус для шашлыка получился. Мне такой соус нравится гораздо больше, чем любой кетчуп. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А я желаю вам приятного аппетита, готовьте с удовольствием и будьте здоровы. До новых встреч! Пока-пока!